Всем привет, с вами снова Диана, и сегодня... Ждите, какое сегодня? Десятое видео, которое я выкладываю вам, новогоднее. И до Нового года осталось 5 дней? Нет, 4. 4 дня. 4 дня. 4 дня! Ну, и за 4 дня до Нового года... Что мы делаем? Мы собираемся сейчас идти бронировать все-таки отель. Наконец-то. Хоть что-то решили. Вот. Так что да, собрались с Мариной. Идем. Сейчас уходим. А, вообще, какие сегодня, сегодня планы? Сейчас туда пойдем, потом возвращаемся обратно домой. А я отредактирую видео, которое я должна была выложить сегодня. И потом моя подружка приехала, одноклассница, я вам говорила. И как она освободится, я, наверное, пойду с ней. Марина будет учиться, кажется. Да. Марина будет учиться. Может, Марина не будет учиться? Может, Марина вечером получится? Я всю неделю не училась, мне нельзя так. Ладно. Нельзя. Кайо. Мы с Мариной вернулись. Там на заднем фоне лежат грязные вещи. Ладно, не грязные. Просто домашние валяются. Так вот, а мы с Мариной вернулись. И сейчас случилась самая просто вообще самая странная вещь в нашей жизни. По крайней мере, в моей. Нет? Ну, то, что странно, знаешь, вот у меня всегда мама, она насмотрится драм всяких, и она мне потом говорит, аккуратнее, типа, ходи, всяких дураков же много все равно в Корее, но она просто драм насмотрится. Но на самом деле, ни разу не попадались такие люди. Но мы сейчас стояли на перекрестке с Мариной, и, получается, я звонила однокласснице спросить, где она, что она, тут подходит ниоткуда мужчина, и он что-то начинает говорить, а я ничего не слышу, потому что я в ушах, вот в этих. И они просто блокируют все звуки природы для меня, поэтому я ничего не слышу. Плюс я еще пытаюсь звонить, да, кому-то. Вот. И что-то он говорит, и Марина мне говорит, говори с ним на английском. Я такая, окей. Я такая, что вам надо? И вот так вот на него смотрю. Он что-то говорит. Я такая, короче, смотрю, потому что я ничего не слышу. Просто я вижу, как у него губы шевелятся, и все. А ты ничего не слышала? Я ничего не слышала вообще. Он просто что-то говорит, и вот. Поэтому я ничего не сказала, так бы я ему... Ну вот, и в итоге я ему сказала, типа, no, bye, до свидания, короче, все. Мы уходим, он идет за нами. И смеется, как дебил. И смеется, как просто маничелло. Потом мы... Я уже поговорила, все, останавливается, и кладу трубку, потому что, Марин, что было вообще? Что случилось? Марина мне говорит, он подошел и говорит на корейском, что он сказал? Типа, сиганы со. Типа, время у вас есть, девушки? А я ничего не слышала, да, опять-таки? Вот. Марина решила, что не будет с ним разговаривать, и поэтому мне сказала, что давай уже говорим на английском, может, он отойдет так. Ну и, короче, а на английском, оказывается, нам сказал... Хотите что? Поиграть. Хотите поиграть со мной? Повеселиться со мной. Мы шли, когда уже, и уже это все произошло, да, я осознаю, что я сейчас пропустила момент, чтобы попозорить человека на кое... И поорать на него пюнты. Да. Вот, я не знаю, ребят, что в таких ситуациях надо делать? Марина говорит, что с такими людьми надо аккуратно и тихо им отказывать. Я говорю, что нужно быть агрессивной, когда есть люди вокруг. Когда ты знаешь, что тебя не заколет. Я не знаю. Мало ли, как он может отреагировать. Ну, а как он может отреагировать? Ну, в смысле, нет, я понимаю, как он может отреагировать. Я просто... Людей много, можно хоть что, можно... Вот да, вот я так думаю. И, короче, я сейчас говорила Марине, как я упустила момент заорать этот извращенец на всю улицу, как я упустила момент этот его опустить, короче. Так всегда, что-нибудь случится, и потом ты жалеешь. Ну вот, сейчас ждем одноклассницу, что-то мне так живот болит. И ждем ее, и идем, наверное, на Мендон. Потому что не знаю, куда еще больше идти. Сил такой огромный город, а мы гуляем в одних и тех же местах. Ну да ладно. Как-то так. Отдыхаем пока. Набираемся сил, на улице сегодня холодно. Марин, ты хочешь объяснить, почему на метро вот эти вот такие вот двери стоят, стеклянные стоят, ага? Я думаю, это для безопасности, потому что они открываются только тогда, когда приезжает поезд, и двери поезда открываются, и эти двери открываются одновременно. Что корейцы? Ну, он так наклонился, конечно, печально. Ну, посмотри.
Что корейцы пытаются предотвратить этим? Самоубийство. Динь-динь-динь-динь. Да. Да. На самом деле, так как Сеул — это столица, тут, мне кажется, да, на каждой станции так? Да. Ну, по крайней мере, на большой каждой станции. В Пусане это стали делать совсем недавно, вам так скажу. Нифига, у него скид прикольный, видели там ГМР. Вау! Сидим с Мариной, ждем поезд, метро наше. И если когда-нибудь захотите приехать к Марине, вот эта вот станция 240. Синчон. Приезжайте. Приезжайте на Синчон, тут весело. Мы бежим навстречу. Как всегда. Действительно, потому что никогда никого не можем найти. О-о-о. На самом деле, мне всегда говорили, что в Корее самое удобное метро. Я нигде не была, особенно в России, но бабуля моя говорит, что в Москве это вообще печаль просто. Что очень легко потеряться, что типа там вот этот круг, вот, который есть, типа там очень тяжело. Вот. Когда первый раз поехала, Марина, это так сложно. Да после того, как ты привыкнешь, все будет хорошо. А я первый раз поехала, не знаю. Я только один раз поехала на ту сторону, и то мы бежали, потому что... А так не получилось удобно. Ну да, вообще в Корее очень-очень удобное метро. Так что... И тут все на английском как бы есть. Если вы знаете, куда идти и все это, то очень легко пройти. Так что... Да. Вот так вот. Плюс, мне кажется... О! Марин, что ты заказала? Это... Повторяешь за мной, да, какашка? Салат. Да. Мы зашли кушать индийскую еду и что-то решили выбрать. Не знаю, просто так вот тыкнули, так тыкнули. Я не хотела, хотела нет, но я думаю, ну ладно, салат. Мне не так уже жирно, на самом деле, что мы уже завтракали. Ну да. Завтракали рамёном. Дюри! У нас одинаковые камеры. Субин, say hi. Say hi, Diana. Hello. Кушаем. Кушаем. Субин тоже принесли еду. I think you put it, like, you put little by little in your... Yeah. Нэнг. Мы сейчас на Мендоне. Что такое Мендон, Марина? Мендон — это такая улица, где очень много магазинчиков с косметикой. И с одеждой. И с одеждой. А на улице продается еда, меня интересует больше всего. Мы сейчас ищем подарок нашей общей знакомой. Так что да. Ооо, найс. Аня. На самом деле, вот я хожу, хочу все. I know. I should probably vlog, bro. Мы пришли кушать в кафе. Тут подают десерты. И боже мой, ребята, посмотрите на эти картинки. Вы что это? Что это? Просто. Вы понимаете. В общем, мы заказали чай, и поэтому нам дали кейк. Но так мы заказали только эти вафли. И они просто... Это фондю. Там шоколад. О, боже мой. Все. Все. На улице очень-очень холодно, но тут очень-очень красиво. Так что... А вот и все. На самом деле, тут только еда. Я заходила не из-за одежды, а из-за еды. Я просто ходила бы, каждой лавочке подходила бы и ела, и ела, и ела. Мы с Мариной купили, как называется? Хот-дог. Хот-дог? Хот-дог с медом. Хот-дог с медом. Но это не хот-дог, это... Хот-дог. 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 Я обожгла себе язык. Потому что там внутри мед, и он был очень горячий. Бум! Опа. А еще мы тут вроде с Мариной так много весь день едим. Но тут везде вот эти вот маленькие...
как называют, станции, так скажем, с едой, и на них смотришь, и кушать охота, прям пипец. Вообще ужасно. Выходим на метро. Я вам уже показывала это как-то. Вот. Так это выглядит ночью. Очень-очень красиво. Ой, это два мишки. Они держат подарочки. Я не видела этого. Да, видишь? Я не видела. Они держат подарочки, и у одного это королева или это король. Блин, мне надо выкинуть вот это. Но на землю бросать я не хочу. Ну тут так вот все покидали. Ой, красиво, красиво, красиво. Очень красиво. А что это такое? Урло самое красиво танцует. Что это было? У Марины иногда бывают такие приступы смеха, и я не знаю, что делать. Вот мне вроде смешно и грустно, Марин. Позвали, короче, кушать, мы отказались. Но мы постоянно отказываемся, потому что мы постоянно едим. Да. Хватит есть. Мармеладки. Марина, ну сколько можно? О, вкусные. Мы сейчас с Мариной собираемся идти в Starbucks учиться. Ну, то есть я редактировать видео, Марина учиться. Мы идем в этот Starbucks, и в нем сколько этажей? Раз, два, три. Давай, задавись, задавись. У вас есть Starbucks с пятью этажами или Корея такая сумасшедшая? Я просто в Корее очень. Там есть смысл. Оп, а тут еще есть лифт. Даже написано, где еще сколько мест есть. И где туалет. Туалеты. Можно за этот стол сесть? Угу. Я про него и говорила. Ребят, только пришли с Мариной домой. Марина сейчас пошла наверх набрать нам горячей воды попить. И да, учились, устали очень сильно. Я очень хочу спать. Так что я вот как зашла, сразу взялась за камеру, чтобы вам сказать спокойной ночи и всего хорошего. Так что да, ждите еще видео завтра и послезавтра и почти до Нового года. Я вас всех очень-очень сильно люблю. И надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Пока-пока!